Второклашки не забыли родной садик и пришли поздравить Лёвушку с 5-летием. Пришли, как и полагается, с подарком, который станет очень дорогим в будущем. Это капсула времени. Лёвушка, мы тебе дарим капсулу времени, а мы положим туда свои рисунки. Капсула времени – это послание самим себе в будущее. Я хочу стать певцом, чтобы дарить радость людям и ездить по разным городам. А я хочу стать изобретателем. А я хочу стать инженером-механиком. А я хочу стать тренером, чтобы учить детей плавать. Все дети любят фантазировать о том, кем они станут, когда вырастут. Обязательно ее вскроем на 15-летие Левушки через 10 лет. А в детском саду она займет пока самое почетное место. Капсула заняла почетное место в кабинете заведующей. И, конечно, в сердцах ребят. В 2028 году, когда Левушке исполнится 15 лет, а ребята будут заканчивать школу, мы торжественно вскроем это послание. Чтобы выбрать будущую профессию, необходимо с детства развивать определенные таланты. Разглядеть в любом ребенке одаренность успешно помогает в садике Левушка. Я люблю рисовать с детского сада. Одаренность человека – это маленький росточек, едва проклюнувшийся из земли и требующий к себе огромного внимания. Именно в детском саду Левушка на сибирской земле 2 года назад начала реализовываться программа для детей младшего и старшего дошкольного возраста, которая предполагает достижение 2 целей. С одной стороны, общее развитие детей, повышение таких качеств, как ловкость, скорость, глазомер. И, с другой стороны, эта программа позволяет детям не только развиваться физически, но и показывать, насколько у тех или других детей есть способности к такому, ну, к какому-либо виду борьбы. Когда заканчивается детский сад, как это можно будет увидеть в этом маленьком фильме, наши занятия продолжаются. Путь в спорте и путь в физической культуре для детей не заканчивается. Кто-то занимается для себя, для удовольствия, для здоровья. Кто-то начинает показывать способности к бразильскому джиу-джитсу, к вольной борьбе, к самбо. И в зависимости уже от того, какие результаты дети показывают, мы уже имеем возможность сейчас распределять их в соответствующую группу. И так или иначе, но маленькими шажками, но упорно и уверенно мы идем вперед к достижению каких-то, к высоким свершениям. Еще раз рад поздравить Левушку с днем рождения. С этим садом у меня, можно сказать, в принципе, с этим детским садом связано развитие такого вида единоборств, бразильское джиу-джитсу в Наукограде, Кольцово.
Спасибо педагогам Левушки за поддержку и заведующей за создание благоприятной среды для проявления и развития способности каждого ребенка. Уважаемые дамы и господа, благодарю вас за эту награду, а также благодарю всех тех, кто помог мне ее получить. Это и ваша награда тоже. Спасибо за такие приятные минуты. Желаю всем новых побед, всем удачи! От лица всех родителей выпускников говорим большое спасибо всему персоналу детского сада. Вы помогли нашим деткам, подготовили их к будущим свершениям. Спасибо вам за то, что наполняли их детство чудесами. Желаем Левушке благополучия, а деткам больших дорог, больших открытий, больших побед. Пусть детский сад выпустит еще много талантливых и уверенных в себе ребят. Пусть для всех нас, жителей Наукограда Кольцова, продолжает светить лучик счастья и удачи. Чего только нету, чего только нет на этом, на белом, на свете. Нам выпал счастливый, но трудный билет. Мы века 20-го дети. Небесная высь, океанское дно раскроет секреты однажды. Нам жить интересно и весело, но все-таки хочется, хочется страшно. Под глазочком, под глазочком заглянуть бы, заглянуть бы, заглянуть. Человек.